Первый вице-губернатор Приморского края обозначила ключевые направления развития экономического и гуманитарного сотрудничества Приморья и Китайской Народной Республики на ВЭФ-2024. В своем выступлении также отметила, что с момента снятия ограничений в январе прошлого года сотрудничество российских регионов с китайскими провинциями возобновилось с новой силой. Восточного федерального округа Российской Федерации в прошлом году составила около 35%, а во внешней торговле Приморья этот показатель составил около 60%. За прошедшие полтора года российские регионы провели более 1000 международных мероприятий с участием китайской стороны. Первый вице-губернатор подчеркнула, что Приморский край активно приглашает китайские компании к инвестиционному сотрудничеству. Кроме того, по словам Веры Щербины, у Приморского края и провинции КНР большие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, где также есть возможности строительства современных высокотехнологичных производств по глубокой переработке сои, создания дополнительных элеваторов и строительства морских терминалов для экспорта зерна и сои в Китайскую Народную Республику. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.